Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня с вами Владимир, канал «Китай стал ближе». Сегодня на распаковочке две посылки, но сегодня я хочу отойти немножко от китайской темы. А отойти от китайской темы я хочу, потому что, во-первых, ко мне пришел манометр. Я заказал манометр, потому что манометр на ките. Вот он, сам кит. Винтовка, которую я собирал. Кто подписан на канал, мог видеть. Кто смотрел, видел. Выбило. Не знаю почему. Выбило стекло, вылетело. Короче, манометру пришел конец. Заказал я в магазине новый. Давайте посмотрим, что же пришло. Посылочка запакована. Шло недолго, но долго я воевал с продавцами этого магазина. Вообще разочарован, очень сильно разочарован в этом магазине. Кошмар какой-то они продавцы. Ну ладно. Давайте посмотрим, что же за манометр они мне прислали. Ни на что у них гарантии нету. Так что... Ой, ладно, не будем о плохом. Манометр. О! Вот такого типа манометр они мне прислали. Вот такой. До 30 мегапаскалей. Запаяно. В общем, вот такой вот манометр они мне прислали. Да. Буду ставить с уплотнителем. Уплотнительную резиночку поставлю, вкручу манометр. Но манометр — это полбеды. Самое главное, я заказал, наконец-то, заказал хронограф. Хотел купить рамочный хронограф, но они стоят довольно-таки дорого, рамочные хронографы. И нашел на Ганзе нашел одного умельца. Он с Рязани и делает сам, собирает рамочные хронографы. И берет довольно-таки недорого, 1700 хронограф, ну плюс там... Если хочешь, небольшие допы за отдельную плату. Ну там отсек под батареечки и все такое. Вот. Даже инструкции он печатает, сам распечатал инструкцию. Вот, пожалуйста. Давайте посмотрим, что я так давно хотел хронограф, прямо жаждал его. Как бы его аккуратно достать, чтобы он его убрал, чтобы мне его так достать, чтобы это не был последний его день в жизни. Все упаковано газетками. Так, вот, замечательно, отсек под батареечки можно использовать как батарейки, так и блок питания. Да. Все. Вот так вот. Что у нас по комплектации? А вот еще. Так, штекер питания, запасные светодиоды. Инструкция, все, гарантия 12 месяцев. Вот такой вот рамочный хронограф. Обалдеть. Наконец-то его заказал, и получается в 3 раза дешевле, чем от всяких именитых производителей. Что же, маленько расскажу о нем. Значит, размеры: ширина 70, длина 145, высота 135. То есть две печатные платы, собранные на 4 шпилечки. Шпилечки М5, если не ошибаюсь, вес 170 грамм. Рабочая зона 50 на 100. Питание 7,5, 14 вольт. Диапазон скоростей от 7 до 998 метров в секунду. Что же я хочу сделать? Я хочу наконец-то стрелять свой пистолет. Это во-первых. Стрелять пистолет. Во-вторых, надо отстрелять винтовку. Сейчас мы ее доведем. Все-таки поставим на место все детали. Отстреляем винтовочку. Ну что ж, давайте, друзья, я сейчас подсоединю. И продолжу запись видео. Итак, дорогие друзья, будем стрелять из
Алекса, вот он мой любимый. Будем стрелять подушки. Сейчас проверим, что у меня там с патронами. Есть. На пару выстрелов как раз хватит. Ну что, поехали. Сто сорок шесть. 146, 145, 147, здесь попробовать подальше, 144, 143. Ну, в принципе, показывает стабильную скорость в районе 140. Это вот у меня Аникс, как раз он стоит с одной шайбой, я шайбу вынимал. Можно будет позже попробовать еще, но, в общем, речь сейчас не о нем. Речь сейчас об вот этом хронографе. Достойный вариант хронографа, причем в 3 раза дешевле, еще раз повторюсь, делает простой русский парень. Классная вещь, кому понадобится, скину ссылочку на Ганзе, можно найти самостоятельно. Пишите в описании, подписывайтесь на канал. Ссылки дам, будет еще много интересных видео. Будем отстреливать еще и винтовку, посмотрим, на что способен этот кит. Киллер, в котором я уже разочаровался. Но будем делать. Все, всем счастливо, пока!